Легко ли быть счастливым человеком? И что такое счастье? Как понять? Есть много книг о нем в библиотеках, не хватит жизни все перечитать. Все ищут путь к заветному желанию счастливым стать, достичь той высоты, когда в сплошном все будет процветание и сбудутся все до одной мечты. У каждого своя цель, свой критерий, и совпадаем мы только в одном. Счастливыми хотим быть в полной мере, но счастье мы, увы, не все поймем. Путь к счастью спрятан в мелочах обычных, они во всем, что окружает нас, а мы не замечаем. Нам привычно все то, что есть в наличии сейчас. Улыбка близких, солнышко на небе, мурлыканье котенка на руках и то, что нет нужды в насущном хлебе, а мы в своих квартирах и домах. Продолжить список можно бесконечно, в него добавив тысячи причин. Но счастье на земле так быстротечно вбивает в вечность в ход событий клин. Чем жили, чем дышали, что любили, нам надо за порогом оставлять. Но если здесь мы малое ценили, нам Бог там сможет много больше дать. Учитесь замечать цветы на поле, полет пчелы, журчание ручья. Довольны будьте всем, и Божья воля поставит счастье на судьбе печать. Вы вдруг поймете, как же нужно мало, чтоб стать счастливым, радуясь в тиши. Попробуйте, и, положив начало, вы ощутите вдруг полет души. Легко ли быть счастливым человеком? Легко, когда нас счастью учит Бог. Есть книга книг в земной библиотеке, и многим автор книги той помог. Об этом говорит автор этого стиха, прикованная к постели, Валентина Коц. Также и я могу это подтвердить. И многие, казалось бы, убогие, обездоленные люди, ограниченные в передвижении, могут сказать «да, это так». Доброе утро, мой драгоценный друг.